Вот эти два ножа, это ножи для ножевого боя. Ну, я не ножевой боец и не фанатик этих вещей, но я показываю их плюсы и минусы. То есть это нож вепрь, потому что он в форме клыка кабанева, и это легендарный берсерк. Ну, я им что-то пробовал тут делать, сейчас посмотрим, они вообще втыкаться умеют или нет. Мне просто интересно. Неплохо. Нормально, противник поражен. И, кстати, так. Эх, ёп. Блять. Да. Слушай, мне понравилось. Приобретать. Вот если хулиган будет знать, что у вас в кармане вот такой нож, и вы им умеете владеть, он выберет другую жертву, поверьте мне. До свидания.